Почему нельзя прикасаться к найденному в земле снаряду? Чем могут обернуться игры с оружием? И какими должны быть действия человека, обнаружившего потенциально опасный предмет? Ответы на эти и многие другие вопросы смогли получить брестские школьники в рамках специального мероприятия. Его организатор – областной комитет судебных экспертиз. Цель встречи – профилактика детского травматизма. В последнее время участились несчастные случаи, произошедшие из-за повышенного интереса детей и подростков к опасным находкам. Данные случаи были в Минской области, когда погибло двое детей, которые начали играться боеприпасами в Гродненской области. Был случай в мае, когда ребенок бросил патрон о стену и получил травмы значительные. И случай был в Брестской области недавно, в Ивановском районе, когда дети решили поиграться с патронами и кинули их в костер. За 2015 год саперно-пиротехнической группой на территории Беларуси было обезврежено около 32 тысяч снарядов. Цифра не маленькая, но, по словам специалистов, есть все основания полагать, что Земля хранит еще не одну тысячу взрывоопасных предметов, которые, несмотря на солидный в большинстве своем возраст, вполне могут оказаться боеспособными. Приходят к нам на экспертизу объекты, которые уже встречаются с времен Первой мировой войны, Второй мировой войны, больше объектов таких. Ну и более редкие объекты – это уже постарше, которые 19 век. Что хотелось бы сказать, несмотря на то, что эти объекты уже с течением времени на большие года кажутся, что они непригодны или небоеспособны, практика показывает, что все эти объекты позволяют со временем использовать их и по целевому назначению, и представляют они определенную опасность для населения. Прошедшее мероприятие – первое, посвященное данной теме в текущем году. Однако судебные эксперты уверяют, что не последнее. Вопрос весьма актуален и требует внимания. Ребята должны понимать степень опасности игр с найденными в земле незнакомыми предметами, а также знать, как вести себя в случае их обнаружения. Мне было очень интересно, но я узнал о том, как надо отходить, на какое расстояние, какими предметами помечать место, что делать, если находишь неизвестный тебе предмет. Да, я знаю, что это такое, да, они очень опасные, потому что вот я узнала, что пролежав в земле, она может работать от любых земных импульсов, может выстрелить, ну, как бы это все очень опасно и серьезно. Если вы нашли боеприпас, действительно надо сообщить взрослым. Если у вас есть телефон, конечно, как сегодня сказали, нужно отойти на 50 метров, чтобы позвонить, надо на 100 метров отойти, и надо все это знать, и тогда все будет хорошо. Анастасия Стропко, Дмитрий Хрущ, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.